Так, здравствуйте, уважаемые коллеги. Работаем достаточно быстро. Сегодня у нас рабочая встреча по подготовке к проведению конкурса, посвященного Дню защитников Отечества. Сейчас мы расскажем, что это из себя подразумевает данный конкурс. По инициативе он проводится Алтайской государственной академией образования имени Василия Макаровича Шукшина при участии всех заинтересованных здесь лиц. Ну и в частности по инициативе правкома студентов Алтайской государственной академии образования. 22 января в отделе молодежной политики прошло первое оргсобрание, посвященное организации и проведению конкурсов в честь 23 февраля. Данный конкурс будет проводиться с 1 по 22 февраля на 6 различных площадках города, финальная часть которого запланирована в X-клабе. Более подробная информация будет предоставлена на пресс-конференции 27 января в отделе молодежной политики, а также в последующих выпусках новостей. Ну, в принципе, если получится, будет довольно прикольно.